Приветствую вас на моем канале. Сейчас я вам расскажу, как можно сделать Apple ID с помощью официального сайта Apple. В комментариях под видео поставьте плюс, если мое видео вам помогло, и минус, если считаете, что мое видео бесполезно. Ваше мнение важно для меня, и это поможет мне улучшить мой контент. Перед началом регистрации у вас должен быть новый почтовый ящик. Как видите, я создал его в сервисе Яндекс. Приступаем к регистрации. Заходим на официальный сайт Apple. В самом низу данной страницы выбираем учетную запись и управление вашим Apple ID. Нажимаем «Создать Apple ID». Заполняйте все данные латинскими буквами, это очень важно. Выбираем нужную вам страну. Пишем новый почтовый адрес, который вы создали. Он будет служить вашим логином для Apple ID. Внимательно проверьте, правильно ли вы написали адрес. Придумайте пароль. Отвечайте на контрольные вопросы. Ответы на них вам понадобятся, если вы забудете пароль к этому Apple ID. Вводим код с картинки и нажимаем «Продолжить». Теперь нужно зайти на почтовый ящик, который вы указали в регистрации. Скопировать этот код. Вставить в эту проверочную строку и нажать «Далее». Копируем логин вашего Apple ID и переходим в App Store. Вставляем его и пишем пароль к нему. Нажимаем «Войти». В появившемся окне нажимаем «Просмотреть». Нажимаем «Принять положение» и «Условия». Выбираем «Не сейчас». Далее. Все заполняйте, как у меня. Данные для регистрации и другие способы для создания Apple ID будут под видео в описании. После того, как заполните все данные, нажмите «Далее». Как видите, Apple ID создан. У данного варианта создания всегда происходит ошибка, при которой магазин App Store автоматически не меняется. Чтобы это исправить, нужно выйти из учетной записи и снова войти в нее. Как видите, App Store изменил магазин. Теперь вы можете скачивать игры и приложения, доступные для данной страны. Спасибо за ваше внимание и до новых встреч!